Привет! Это наша сестренка Каролина. Она с нами будет открывать киндеры. Мы будем открывать киндеры, но не просто так. Мы будем вас учить испанскому языку. Это куколка. Это муника. Да-да. Вот клетка. Одно колечко. Внутри девочка. Это Аня. Это у нас такой цветочек попался. Браслет цветочек. И на испанском это называется пульсера. Да-да. И еще у нас попался вот такой зайчик. И на испанском говорят конехо. Это колечко. И это видим как ракушка. И там внутри жилки. По-испанскому кольцо анил. Это попрыгунчик зайчик. Я сейчас вам покажу, как он прыгает. Заяц на испанском конеху. Это самокатор из одной коллекции. Ставишь пальчик туда и катаешь пальчиком его. На испанском самокат это скутер.
У меня папа есть такие цветочки. Один цветочек красный. И два листика. Кольцо на испанском зовут Лев. Это один лев. И по-испанску зовут Леон. Это русалочка, у нее длинные волосы. И это вон там есть одна расчесочка, чтобы расчесывать. Русалка на испанском Сирена. У меня попалась такая собачка, у нее есть косточка. Собака на испанском Перу. Вот это колечки Анио. Вот это куколка, монетка. Это колечко Анио. Вот это собачка Перу. Вот это лев Леон. Вот это браслет Пусера. Вот самокат, скутер. Еще одно колечко. Анио. Один зайчик. Конеху. Она русалка. Сирена. На сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось наше видео. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Чао-чао! Пока-пока!